Уважаемые коллеги, попросили чуть-чуть попридержаться, там на входе очереди гигантские, поэтому мы, ну, грубо минут пять подождем и начнем наше повествование, хорошо? Давайте просто, пока пауза образовалась, сделаем приятное дело. Валентина, можно вас пригласить? Да. Вы знаете, что уже 10 лет проходит этот форум, и все 10 лет у нас есть одна поклонница, которая не пропустила не только за эти 10 лет ни одного семинара, но и все, что было до этого в этом городе. Валентина. От лица ВОК. Кто-нибудь сфотографирует? А можно освещение добавить? От лица ВОК разрешите вас просто поблагодарить за такое вот отношение к профессии. Есть люди такие, которые просто неуклонны и всегда вот настойчивы, пропагандируют. Спасибо вам за это. Продолжайте. Я думаю, я, честно говоря, на 20-летие встретимся. А где это? Тряпочки есть? Вы же что-то заворачиваете. Это не ваш. Ну, я тогда не буду приветственное слово говорить, потому что вы видели, кто хотел на экране. Я, собственно, хотел и представить спикеров, которые у нас будут работать с нами целый день. И чтобы не выбываться из графика, давайте начнем как бы с первого выступающего, Сергея Безюкова. У него первый доклад. И пойдем, собственно говоря, мы не будем из графика выбиваться, пойдем по графику. Коллеги, добрый день. Меня зовут Безюков Сергей, и тема моего сегодняшнего выступления – динамика развития технологий информационного моделирования и нормативное регулирование ТИМ. Давайте. Давайте начнем с того, что поставим основные вопросы, ответы на которые мы будем искать по ходу моего выступления. Первое – это как менялись цели и задачи разработки информационной модели. Второе – это нормативная документация ТИМ. Третье – процесс импортозамещения программного обеспечения. И четвертое – это наполнение модели на разных стадиях проектирования. Давайте начнем с того, что обсудим, как менялись цели и задачи разработки информационной модели. Мы для себя выбрали два этапа. Первый – это начальный этап, второй – продвинутый. Начнем с того, в целом, чем характеризуется начальный этап. 2015 год. Крупные застройщики начали знакомиться с технологией информационного моделирования, ставить для себя какие-то задачи, цели, в целом, которые они могли с помощью этой технологии решить. И все эти требования начали отображаться в первых так называемых ЕИРах. Это информационные требования заказчика. Далее, когда уже формировалась проектная группа, многие из участников были не согласны с тем наполнением, которых в этих документах были. Отсюда начали формироваться уже так называемые БЭПы, планы выполнения под конкретные проекты. Ну и с учетом того, что технология развивалась, были нужны люди, которые в целом бы этим занимались. Отсюда и третий пункт – это появление первых BIM-специалистов. Теперь чуть-чуть подробнее в целом, что из себя эти документы представляют. Сразу стоит сказать, что начальные этапы вот этих документов, они в большей степени были скопированы из иностранных документов. В целом в других странах отрасль, она немножко по уровню зрелости была выше. Основные аспекты документов – это распределение ролей и обязанностей участников проекта, определение уровня детализации и координации и выявление коллизий. Также основные аспекты документа БЭП.
Это цели и задачи использования BIM в соответствии с информационными требованиями заказчика. Второе – определение ролей и задач участников реализации BIM-проекта и уже сам непосредственно процесс его выполнения. Если упростить эти сложные понятия, то в целом можно сказать, что EIR – это так называемое техническое задание, либо задание на проектирование, а BEP – это своеобразный СТУ, который вносит вот эти все исключения. Но в целом, если по-честному, все же основной задачей того этапа было формирование красивой картинки, ну и в ряде случаев это координация между разделами и устранение коллизий. Ну, в первую очередь, это связано с тем, что не было специалистов, которые могли бы, ну, в структуре проекта не было специалистов, которые могли полноценно этим заниматься. Поэтому во многом все эти требования они носили формальный характер. Но время шло, мы видели большое стремление и застройщиков, и в целом всех участников строительства развиваться в данной технологии. И также это отображалось уже на тех требованиях, которые мы видели в документах. Опять же, если тезисно, то информационные требования заказчика отображают в полном объеме требования и задачи проекта. Второе. План выполнения BIM-проекта позволяет уже оптимизировать требования под конкретному проекту. То есть это уже достаточно серьезные документы, большие, толстые, серьезные документы, в котором весь вот этот процесс формирования модели был прописан. Наличие уже появившихся BIM-отделов полноценных у участников проектирования. И также этот этап, он характеризуется появлением сводов правил, ГОСТов и уже постановлением правительства. Также чуть подробнее проговорим про современные требования заказчика. Они имеют достаточно широкий перечень целей, но можно их объединить в два момента. Первое. Информационная модель должна позволять получать экономическую модель с минимальным внесением дополнительной информации. И второе. Устанавливать требования к структуре и содержанию информационной модели объекта строительства, предназначенной для получения проектной и рабочей документации, а также дальнейшего ее использования при строительстве и эксплуатации объектов. То есть в целом основной целью застройщиков является создание модели на самых ранних этапах жизненного цикла и доведение до этапов уже эксплуатации и строительства. В принципе, жизненный цикл вы видите на экране. Также, как это было и на начальном этапе, не все участники были согласны. Во многом даже те высокие задачи, которые прописывали застройщикам, они в рамках сроков и финансирования были невыполнимы, поэтому на самом берегу начинался уже такой процесс согласования. Причем во многом он может быть довольно долгий. И также, если выделить тезисно, чем характеризуются эти документы, то отображение, понимание подрядчикам требований заказчиков, изложенные в ЕИРе, уточнение локальных пунктов стандарта, определение лиц, ответственных за выполнение требований, согласование сроков этапов выдачи информационной модели и определение стратегии обмена модели и соответствующей каждому этапу документации. Итак, мы с вами в целом поговорили про те требования, которые формировались на начальном этапе, которые существуют сейчас. И давайте перейдем ко второму пункту и обсудим, что касается нормативной документации. Начнем мы со сводов правил. Их перечень вы видите на экране. Их 6 актуальных на данный момент. И давайте начнем с 301-го поговорим. Чем в целом он посвящен правилам организации работ производства технических отделов, и в СП рассматриваются следующие вопросы. Ну, в целом, чуть-чуть подсокращен, вы видите перечень на экране. Это общие принципы применения технологий информационного моделирования в ПТО, организация работ, требования к программному обеспечению, требования к аппаратному обеспечению, требования непосредственно к самой проектной модели, правила разработки и требования к строительной модели, и уже требования к информационному наполнению строительной модели в ходе строительных работ и правила передачи этой цифровой модели после завершения этапов строительства. То есть СП, который относится к этапу строительства. Если мы с вами говорили про требования заказчика, то во многом именно этап строительства в данных документах не рассматривается. То есть в целом вот у вас есть такого рода СП.
Также мы немножко объединим, есть 471 СП, он также относится больше к этапу строительства, и он посвящен контролю качества производства строительных работ. И также его задачи. Общие требования к использованию информационной модели при контроле качества строительных работ, правила формирования информационных моделей, требования к уровню атрибутивной проработки компонентов при контроле качества строительства. Ну и в целом правила обмена, общие требования и правила предоставления информации о качестве строительных работ. Вот два СП, которые в большей степени относятся к этапу строительства. Насколько с ними в целом знакомы настройки или какого они в целом качества, мы данные вопросы опустим, моменты опустим. Теперь, что касается непосредственно нашего проектирования и в целом какие СП относятся непосредственно к нам. У нас есть два СП, это 333 и 328. Причем мы видим, что 2020 года, то есть это вторая редакция данных документов. И здесь уже те требования, то, что в целом в этих документах прописано. Это требования к составу информационной модели объектов капитального строительства на различных этапах жизненного цикла. Требования к атрибутивному составу или геометрической детализации, также объектов цифровой. Причем здесь пункты в целом повторяются. Единственное, содержание пунктов этого СП не повторяется. В первой части только это относится к цифровой модели местности, а во второй части это объект капитального строительства. То есть атрибутивное это параметры, геометрическое это уже уровень того, что в целом вы должны моделировать. Ну и также правила именования файлов информационной модели, ну и методы верификации и валидации цифровой информационной модели объектов капитального строительства. Если в целом 333 СП относится к к требованиям самой общей модели, то 328 СП уже рассматривает конкретно библиотеки компонентов. Ну, выражаясь, если языком Revit, и те же семейства. В целом, его содержание, оно по аналогии с тем, что мы видели в 333 СП, это требования к атрибутивному составу, требования к геометрической детализации, требования к кодированию компонентов. Ну, в общем, перечень также вы видите на экране. А у нас с вами, если мы вернемся к общему перечню СП, у нас здесь с вами есть 331 СП, в котором говорится о правилах обмена между информационными моделями объектов, используемых в программных комплексах. Он один из самых, наверное, сложных в этом перечне документов. И он в целом, речь идет о правилах обмена, про всякие бизнес-процессы, про этапы бизнес-процессов. Ну, в общем, не совсем относящиеся к нашей теме информации. Поэтому мы его пролистаем и перейдем уже к СП 404. 404 здесь рассматриваются правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования. Порядок и методика планирования проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования, требования к составу и содержанию разделов плана реализации, основные требования к обмену, основные требования к ресурсам, основные требования к процедуре контроля процесса. В целом по СП мы с вами обсудили. 328, еще раз повторюсь, 333 это в первую очередь, который относится к этапу проектирования и также уже переиздан в 2020 году. Теперь немножко про ГОСТы. Мы здесь буквально минутку на это потратим. Перечень также вы видите на экране, причем через флеш вы видите их иностранные братья и сестры. Ну и во многом эти документы, они описывают правила обмена информацией, структуру обмена информацией, структуру взаимодействия, основные принципы классификации. В целом сухая теория, как эти процессы устроены, в плане практического применения нам не особо это интересно. Поэтому предлагаем перейти к следующему этапу и уже к постановлениям правительства. Во многом, на самом деле, знакомый документ. Те, кто в целом с технологией знаком, есть такое постановление номер 331 от марта 2021 года. Что оно нам с вами говорит? Что
После 1 января 2022 года все объекты с привлечением бюджетных средств, все объекты капитального строительства с привлечением бюджетных средств, за исключением объектов, которые создаются в интересах обороны и безопасности государства, обязаны разрабатывать модель. Но по факту данное постановление так в силу и не вступило, и вот почему. По словам замминистра строительства и ЖКХ, в связи с тем, что проектировщики, в связи с ситуацией, должны были переходить с иностранных вендоров на отечественные программы, было принято решение о переносе вступления данного постановления на март 2023 года. Ну, здесь в целом, причем именно с таким, как бы, пояснением, что в том же содержании, что и был первоначальный документ. Но, как мы видим сейчас, в целом, как с вами убедимся, не в том же содержании и не в марте месяце. 1 сентября, то есть совсем недавно, 2023 года вступило в силу постановление 2357 о внесении изменений в постановление правительства номер 331. Согласно ему, с 1 июля 2024 года при реализации проектов капитального долевого строительства застройщики должны использовать технологии информационного моделирования. Единственным исключением является постройка малоэтажных домов. Для них дата старта запланирована на 1 января 2025 года, и при этом этот документ, у него появился срок действия, и срок окончания предусмотрен 1 сентября 2029 года. По оценке Минстроя, ТИМ технологий снижает вероятность ошибок при проектировании, сокращает срок разработки и процесс согласования проекта, что должно в целом позитивно сказаться на темпах развития строительной отрасли. Далее у нас с вами постановление номер 1431. Данный документ определяет правила формирования и ведения информационной модели объектов капитального строительства. Первая его редакция появилась от 15 сентября 2020 года. Далее появилось постановление 962 от 27 мая 2022 года о внесении изменений в правительство от 15 сентября, номер 1431, и назначен срок действия документа до 1 марта 2023 года. У нас с вами наступает 1 марта, постановление прекращает свое действие, но буквально через неделю-две появилась новая его версия и началось публичное обсуждение до 27 марта. После окончания этого срока мы услышали мнение о том, что много поступило разного рода информации, заявок на корректировки, и был сложный процесс, в целом, принять какое-то общее мнение и данный этот документ скорректировать. Сейчас сам документ находится на последних этапах его, как бы, согласования, и есть такая вероятность, что в этом году мы увидим его принятым. Давайте немножко подведем общий, как бы, итог того, что мы сказали. Мы рассмотрели требования непосредственно самих заказчиков, застройщиков, мы рассмотрели основные своды правил, рассмотрели те ГОСТы, которые у нас с вами есть, и рассмотрели постановление правительства. В целом у нас остается непокрыты в плане нормативного регулирования это требование экспертиз. На экране вы видите некий их перечень. Это Московская государственная экспертиза, Мособлэкспертиза и Санкт-Петербургская. Во многом, на самом деле, в крупных городах уже эти требования, они есть. Мы немножко остановимся на одной из экспертиз и в целом просто поговорим, какие требования они предъявляют. Причем здесь есть проблема. У нас с вами есть первостепенное это требование заказчика, у нас с вами есть какие-то нормативные документы, и при этом повторно у нас, в дополнение появляется еще требование самой экспертизы. И здесь есть некое расхождение, и получается, что надо, как бы, учитывать все вот эти требования всех документов. А это в рамках сроков иногда бывает очень проблематично. Причем, как бы, все эти документы, они уже довольно давно сформированы. Там первая редакция начинается с 2019 года. Итак, если говорить о требованиях, например, Московской государственной экспертизы по разделам УВВК и ПТ, то в целом проработка всех элементов труб, трубопроводных систем,
арматуры, запорно-регулирующие, разного рода фильтров, оборудование, причем оборудование с моделированием самих зон обслуживания, то есть ну, такими кубиками, как бы эти все зоны должны быть смоделированы. Ну и уклоны всех труб, причем не только канализации, но и, естественно, всех систем отопления, воды, ну в целом как бы в естественном вот этом с этими уклонами все должно быть смоделировано. Причем, если взять механический раздел, то в целом как бы, требования они схожи, что у застройщиков, что экспертизы. А вот что касается разделов электрики, либо сетей связи, автоматики, то здесь может совсем сильно все как бы, отличаться. Что говорит данный документ? Цифровая информационная модель должна содержать размещаемое оборудование, иные технические радиолокационные высокочастотные устройства, кабельные лотки, кабель-каналы, короба и основные резервные источники электроснабжения, а также распределительные устройства. То есть это означает, что на этапе захода в экспертизу у вас должны быть готовы модели со всем оконечным оборудованием систем ИОМ, СС и автоматики. Там есть некое послабление в части детализации, то есть это может быть так называемыми кубиками просто быть нарисовано, но в плане всех заполненных параметров и соответствия реальным элементам, там, например, видеокамере, это у вас должно быть все уже прописано. И тут появляется интересный вопрос. Мы с вами как бы рассмотрели все требования, а в целом на каком вообще программном обеспечении, с учетом того, что мы видим движение нашей страны на независимость от иностранных вендоров, как бы, куда мы двигаемся и на чем в целом все это делать. И что он тут у нас. Минстрой России 31 августа 2023 года обновил перечень российского ПО для субъектов градостроительной деятельности. Появилась версия в 20.2. И мы сделали выкопировку одного из этих пунктов. Это как создание информационной модели на этапы строительства. Перечень программ вы видите на экране. На самом деле список не такой большой, причем мы его объединили как бы по модулям. Там в целом там больше 30 разных строчек есть. Мы вот в таком вот виде вам их представили. И в скобках указали также самих производителей данных программ. Нас с вами в первую очередь, как непосредственно проектировщиках, интересует программы, которые могут использовать всех участников проектирования. То есть объединять архитекторов, конструкторов и инженеров. В целом можно, конечно, использовать разного рода программы. Чуть позже я об этом скажу. Там происходит конвертация в открытый формат и уже обмен как бы, информацией происходит. Но это в целом усложняет процессы и удобнее всего все-таки, когда одно программное обеспечение. Из этого перечня мы выделим три программы. Это NanoCAD, Renga и Model Studio. Ну, они в целом более широко представлены по разделам и уже по опыту своему как бы, более интересны для проектировщиков. Причем мы видим, что и Model Studio, и NanoCAD есть в разработках CE-Soft. Параллельно с NanoCAD, NanoSoft. И уже Renga, компания Ascon с 1С. 1С всем известная по бухгалтерским программам или торговле, как бы тоже принимала участие в разработке данной программы. Итак, NanoCAD, он состоит в целом из 7 модулей и объединяет работу конструкторов и инженеров. Отдельного модуля для разработки архитектуры мы пока не видим. Ну, в целом можно пытаться работать в модуле для конструкторов. Инженерный модуль еще также называется как инженерный BIM, NanoCAD инженерный BIM, и состоит из разделов ВК, вентиляции, отопления, СКС, ОПС и электрика. В основе работы в данной программе лежит платформа NanoCAD, которую сами они в целом и разрабатывают. Это по сути аналог AutoCAD-а. Уже как бы на данную платформу устанавливается плагин в виде вот этих вот дополнений, как NanoCAD, например, ВК. И уже вся эта работа как бы внутри происходит. То есть, по сути, вы работаете в 2D с возможностью, ну, с таким построением 3D. Ну, и в целом,
как объединять в дальнейшем, ну, то, что мы с вами до этого говорили, в каком формате, как объединять разные программы, которые используют, ну, при проектировании. На этот вопрос у нас с вами есть ответ, есть технология OpenBeam. Это в целом как бы все программы позволяют доделать такие возможности. Это что вот Erengo и Model Studio, о которой мы дальше будем говорить. И она в чем заключается? Есть общий формат AFC, в который каждая программа выгружается. И уже с помощью этого как бы, формата происходит интеграция между разного рода программами. То есть основной принцип OpenBeam – это построение единой информационной модели здания набором специализированных инструментов, который состоит из лучших в своей области решений и оптимально решает поставленные проектные задачи. По аналогии, если как бы, провести сравнение, это своеобразный PDF, который у нас с вами активно применяется в работе. Это что-то очень такое похожее. Если немножко цепочку, то есть получается, вы берете программы иностранных вендоров, выгружаете формат AFC, загружаете в модули, ну, на данном слайде это модули NanoCAD, и уже происходит процесс формирования модели, и после этого также выгружаете, и вот такого рода цепочка соблюдается. У нас был практика на начальных этапах, мы когда в фирме знакомились с программой, была такая программа MagicCAD, которая, по сути, также является плагином настройки на AutoCAD на том этапе. И вот эту цепочку мы на себе пропробовали, но не очень приятная эта процедура и очень, ну, трудная в плане трудозатрат. Вот. Но такая возможность есть. Перейдем ко второй программе. Это у нас с вами Erengo. Здесь мы уже видим модуль отдельно для архитекторов и конструкторов. И также перечень разделов, которые используются инженерами. То есть с нашей точки зрения она более как бы схожа с программой иностранных вендоров. И если говорить о замене того же Revit, например, с нашей точки зрения опять же более подходящая. И видно по истории, что они в целом двигались по тому же пути. Немножко про историю. Значит, 2012 год компания Ascon начала разработку программы Erengo. В 2015 году мы увидели появление модуля Erengo Architecture. В 2016 году компания Ascon и 1С создали уже совместное предприятие Erengo Software. В 2017 году появление модуля для конструкторов. В 2018 году, то есть не так давно, модуль для инженеров. И уже в 2020 году все вот эти разрозненные модули они объединились в общую программу, в единый продукт Erengo. Причем Erengo, как мы уже сказали, это не плагин, устанавливаемый в виде как, ну, там, NanoCAD, у которого есть какая-то основная платформа. И про Model Studio мы будем также сейчас говорить, там принцип работ тот же, потому что в целом компания-производитель одна и та же. А это независимая программа, которая, ну, сама по себе самодостаточна. Причем здесь есть интересный момент, если, например, говорить про тот же Revit, то он требует достаточно серьезной мощности компьютерные, при этом, ну, там все модели достаточно много весят. У Erengo процесс самой логики программирования построен так, что в целом ну, упрощает и уменьшает требования к железу, так называемому, и как бы сами модели они гораздо меньше весят, то есть большой плюс. Ну и последняя в целом программа, которую мы сегодня рассмотрим, это Model Studio. Как мы сказали, она является также такими плагинами, которые ставятся либо на NanoCAD, либо на AutoCAD версии с 17 по 22 года. Причем на экране вы видите большой их перечень. Не все, причем из этих перечня модулей есть в списке перечень документов российского ПО версии 20.2. И если, ну, так, какие-то особенности сказать, то здесь есть интересная интеграция с, например, расчетной частью, с такими программами, как Start компании Ascon, либо гидросистема для трубопроводных разделов. То есть совокупность опыта разных отечественных производителей. Также немножко про электронный документооборот. Среда общих данных. Здесь у нас тоже произошли некие изменения. То есть сейчас в целом 90% всех наших проектов, они документооборот составляется, ну, как бы электронный документооборот через вот такого рода программы.
Здесь вы видите уже более широкий перечень программ, причем на практике этот перечень еще больше, и в целом каждый застройщик использует свои программы, и они даже у нас, ну, по опыту они даже не повторяются. Поэтому здесь вот и как бы тоже такая сложность некая, потому что в целом у всех вот этих программ своя логика согласования проектов, сам свой интерфейс, и как бы тоже приходится это изучать и уже подстраиваться под конкретные как бы условия. Раньше был BIM 360, общая одна единственная программа, которая в целом как бы все, позволяла все эти проекты согласовывать с заказчиками. Итак, мы с вами рассмотрели тоже программное обеспечение, поговорили про информационную, про нормативную документацию. Давайте немножко поговорим все-таки, на каком этапе мы сейчас находимся и куда мы двигаемся. BIM-сообщество не так давно проводило опрос на данную тему. И также с удовольствием с вами поделюсь результатами, которые получились. В опросе приняли участие 217 человек. Ну, не так много, но для первичной оценки нам с вами достаточно. Я вообще не вижу. Давайте, значит, рассмотрим первое. Это форма занятости. То есть там было предложено варианты. Компания фриланс либо совмещает саму основную работу с фрилансом. Здесь мы видим 65% это форма занятости в компании. Значит, второе – это те вендоры, которые использовались до введения санкций. Ну, здесь, естественно, у нас преимущество у компании Autodesk. Далее рассматривается отрасль, которая в большей степени как бы связана с моделированием. Здесь мы видим преимущество в промышленных объектах, в жилых объектах и также с небольшим отставанием торговые центры, такие вот многофункциональные здания. И уже также вопрос был непосредственно это государственный заказ или коммерческое строительство. Здесь коммерческое чуть-чуть выиграло. Также задавался вопрос, сколько времени работали в зарубежном ПО. Основной перечень как бы отвечающих более 5 лет с данной технологией знакомы. Но это в целом соответствует тем этапам, о которых мы изначально говорили. Это где-то начиная с 2015 года в большей степени. Далее вопрос ставился, есть ли потребность и решение в компании о переходе на отечественное ПО. Здесь такой был ответ, как не работаем на отечественном ПО и не планируем переходить. То есть здесь мы видим большое преимущество в виде почти 80%. Далее вопрос лицензирования. Да, нет. Мы видим, что 43% лицензии на все программы. Что-то пиратское, что-то лицензионное 35%. И все пиратское это 20%. Опрошенных. Ну и последнее, какой отечественный софт наиболее привлекателен для вас? Как раз здесь в перечне три программы, которые мы с вами рассмотрели. Ну и зеленый, самый большой, то это ответ никакой. Ренга на втором месте 19%. И теперь последняя часть, о которой нам бы хотелось тоже как бы поговорить, это наполнение модели на разных стадиях проектирования. И будем на этом заканчивать. То есть мы рассмотрим три этапа проектирования. Это эскизный проект, 3D-концепция. Рассмотрим стадию P, причем она бывает несколько видов. Это расширенная стадия P, стадия P+, либо классическая стадия P. Но сейчас по тенденции, как бы все запросы проектные, они все именно такая расширенная, глубокая проработка именно на стадии P. Ну и рабочая документация. Первое это у нас с вами 3D-концепция, эскизный проект. Во многом у многих застройщиков, у заказчиков вообще в целом ну, как бы требования к разработке данного этапа не представлены, но вот у нас есть такого рода опыт. Что он из себя заключается? Значит, вы должны моделировать основные системы, основные магистрали и стояки. Это воздуховоды, трубопроводы, соединительные детали. То есть, ну, как бы вот основное ядро как бы наполнения системы. В электрических разделах это ну, как бы схожие кабельные лотки, соединительные детали кабельных лотков, шинопроводы.
Причем мы не говорим о полноценных выдачах задания, но вот в нижней части вы видите, что для 3D-концепции как бы ниши должны быть, вот как бы вертикально вот эти все элементы. Теперь, что касается, ну и также таблицу с требованиями, также вы видите. Теперь, ну вот, вот так вот у нас заключалась разработка, один из проектов заключалась разработка концепции. То есть там было интересное в плане инженерных систем здания, открытые такие вот общие пространства, где можно было бы изучать инженерные системы. И вот именно на стадии концепции мы вот такие визуальные решения представляли нашему заказчику. Но на здание оно едет по двум плоскостям, на правой части вот этой картинки вы это видите. Теперь, что касается самой стадии проекта. Здесь на самом деле два варианта. У вас есть требования изначальные к стадии P, либо P+, либо расширенная стадия P, они по-разному называются, которые в целом относятся к формированию модели и этапов, ну, как бы сдачи после ее экспертизы. А есть тот момент, когда эти стадии P, это сдача модели, она разбита на этапы. Первый этап, он относится к сдаче модели перед заходом в экспертизу. Второй уже этап и третий, либо уже какие-то корректировки непосредственно при изменениях в плане прохождения экспертизы, и уже итоговая это сдача после экспертизы. Чем здесь они отличаются в плане насыщения и геометрической всех детализаций? Первое – это вы дополняете модель концепции, если она у вас есть, и если у вас в целом как бы договором предусмотрены все эти этапы. Тут разница между концепцией, получается, что вы уже моделируете все системы, не только магистральные, а все трубопроводы и воздуховоды, и добавляете оборудование в виде вентиляторов, насосов, кондиционеров. И если говорить про электрические разделы, сети связи, автоматики, здесь добавляются у вас с вами щиты, ну и также как бы все трассы формируются. Далее, когда у вас проходит экспертиза, вы вносите какие-то корректировки уже на втором и третьем этапе, причем там есть временная разница, например, в большей степени это всегда где-то месяц после прохождения экспертизы до сдачи модели. Вы вносите вот эти все изменения, добавляете проработку, ну, в части, например, ОВ, там добавляются всякие отопительные приборы, сантехнические приборы, и в части электрики добавляются осветительные приборы. То есть здесь в целом как бы такие достаточно вольготные, ну, не совсем высокие требования, если так в целом посмотреть. Но, опять же, это одно из разновидностей требований одного из заказчика. Мы с вами можем на следующем слайде, не знаю, насколько там хорошо будет видно, убедиться в том, что они бывают довольно высокие. Это другого рода документ, те же требования к стадии P, так называемой расширенной стадии P. И здесь уже прям полный набор. То есть в целом, если говорить, сравнивая стадию P такого формата с рабочей документацией, то это где-то 80% ее реализации. Вы формируете все системы, вы оформляете все чертежи, вы в целом подводите расчет всех ведомостей спецификаций в рамках одной программы. То есть в документах есть даже такие пункты, которые запрещают вручную делать какие-то расчеты элементов. То есть если вы это не моделируете, то это, в принципе, ваши проблемы. Документами все это прописано. И у нас с вами остается последний этап, рабочая документация. Ну вот один из примеров выполнения такого рода расширенной стадии P. Огромное количество элементов, большое количество моделей, большое количество задействованных специалистов и где-то полгода-год на разработку такого рода документации. Переходим к последнему этапу. Рабочая документация, я сейчас тогда немножко на этом слайде скажу. Здесь уже в целом ничего нового я для вас не скажу. Единственное, в последнее время, опять же, мы видим, что многие застройщики пытаются для себя моделирование кабелей. Моделирование, причем кабелей в лотках, причем обоснованием заполнения этих лотков, причем кабели в естественном размере.
То есть, ну, вот такого рода новые какие-то требования в последнее время мы стали тоже видеть. Ну, естественно, добавляются все требования, которые мы до этого говорили. Это разработка исключительно спецификации в рамках модели. Это добавление всех схем, как бы, ну, в целом, что предусмотрено проектной документацией. Ну и вот такой небольшой сейчас ролик я вам покажу, а сам параллельно начну подводить итоги. Это в целом модель стадии P, которая уже дорабатывалась на рабочей документации и выдавалась как бы на стройку. Значит, пока идет видео, я начну подводить итоги. Мы много сегодня говорили про нормативную документацию, про разнообразие документов и требований, которые сейчас есть. И это является во многом большой проблемой. Приходится как бы учитывать эти требования и на разных, как бы каждый проект рассматривать точечно и уже оценивать его, ну, как отдельные такие, как отдельный проект, и учитывать трудозатраты, опять же, сроки финансирования, которые предусмотрены этим проектом, а опять же, во многом они не сходятся между собой. Поэтому вот на самых ранних этапах очень важно как бы согласовывать требования и реально, возможно ли они, исполнимы ли они в те сроки, которые предусмотрены, которые отведены для проекта. Что же касается, если говорить вопросов про импортозамещение, то есть нам бы хотелось бы, чтобы все-таки в ближайшее будущее мы увидели какие-то единые требования, чтобы вот не было такого, что каждый проект это какой-то, в зависимости от того, какой заказчик, какая экспертиза, были свои требования. То есть мы надеемся, что мы когда-то это в ближайшем будущем увидим. Если же говорить про программы, то в целом, конечно, пока сложно говорить на переход, на повсеместный переход на отечественные программы, но постепенно мы видим движение к этому, и программы совершенствуются, и условия начинают нам это диктовать. Поэтому нужно как бы в целом относиться к этому с пониманием и начинать уже сейчас знакомиться с такими программами. Большим плюсом все-таки всех отечественных вендоров является то, что они интегрируются, как мы сегодня частично говорили, с российскими программами по расчетной части. Ну, они опираются все на отечественную нормативную документацию, поэтому это, конечно, является большим плюсом. И, в принципе, на такой позитивной ноте я свое выступление и закончу. Спасибо. Есть вопросы к Сергею? Сергей, спасибо. Я все-таки не удержусь от комментариев. Вот этот как бы проект, который сейчас визуализация была, когда дали его на стройку, и оказалось так, что производитель работ, генпроектировщик, просто его отдал своим подрядчикам, они на планшетиках без чертежей выполнили это все один в один. У нас даже есть сопоставление того, что получилось, видеоролик и то, что было. Это просто удивительно. Но что касается вот ГОСТов и всего остального, вы знаете, что сейчас вышло 963-е постановление об порядке оформления проектной документации. Наверное, все знаете, уже убедились. И там было написано, что мы с вами должны сдавать, как привыкли сдавать там PDF-ку и еще информационную модель. И тут вот настал ступор. Ваш покорный слуга, ну, имею, не знаю, счастье, несчастье, скорее всего, несчастное, возможность участвовать в этих совещаниях. Первый был вопрос, а вот и информационная модель, вы как бы понимаете, что вы пишете? А есть у нас отечественный продукт? А все ли люди подготовлены проектной организации к этому делу? Долго спорили, последнее изменение, оно содержит уже немножко другую редакцию и или. Но все равно не убрали информационную модель, не знаю, там, кто в экспертизе ее смотрит. И пару слов о стадиях проектирования, про которых Сергей говорил. К сожалению, значит, стадия P+ подразумевает, что мы должны сделать, выгрузить из модели все, включая спецификации и чертежи. И тут наступает коллапс. Вот у нас проект последний, хороший, тоже сделали хорошую модель. А потом ребята, вот друзья, которые поставляют оборудование, говорят, слушайте, это ваш проект, что-то там, можно проконсультироваться. А мы знаем, что мы рабочую эту не делали, попросили прислать. И действительно, наш штамп, наши как бы все фамилии, и стоит производство работы, рабочая документация. То есть турецкие строители взяли, просто выгрузили, поставили РД вместо П и спокойно сами по ней строят.
И тут уже как бы зациклило. На следующих там совещаниях говорю, а деньги где правительство? Где деньги, если вот стадию П мы делаем, и никто Р не просит? Удвойте стоимость в два раза. И вот долблю, и думаю, что додолблю. И вы подключаетесь к этому делу, если есть возможность. Невозможно сделать без денег, их просто не дают. Не то, что на какую-то одну модель на стадии П вообще не дают денег. Ну так мир устроен. И слава богу, если по первому варианту, там, а где программное обеспечение, когда еще не было там СВО в разгаре, был вопрос задан Файзулину на одном совещании, а что с программным продуктом, чего там у нас не будут штрафовать, как там обычно любят, да? Файзулин сказал, молодец, ломайте. Просто одна фраза прозвучала, ломайте. Ну что все сейчас и делают, собственно говоря. И должен сказать, придется с этим бороться, ну бороться не придется, а в экспертизу, наверное, все-таки придется потом ходить. Еще должен сказать, что в этом постановлении злосчастном, не злосчастном, оно может быть и правильно, в том виде, в котором оно вышло, и потом я буду про него рассказывать, что с ним претерпели изменения, там еще написано, что в качестве доказательной базы, если мы не хотим там что-то из требований сводов правил применять, применяются результаты моделирования. И они становятся достаточным для обоснования проектных решений. Поэтому вот наши два следующих доклада, они как раз посвящены вот принципам информационного моделирования, которым можно руководствоваться по результатам, заходя в экспертизу. И это является сейчас доказательной базой. И поэтому следующие наши выступающие, это Дарья Денисихина. Долго мы ее пытались сюда привлечь, она наконец согласилась, только из-за ради десятилетия. Вовремя. Пожалуйста, Дарья. Добрый день, уважаемые участники форума. Сегодня хотела обсудить вопросы CFD-моделирования микроклимата помещений, когда его надо делать. Когда мы начинали активно заниматься CFD-моделированием при анализе проектных решений систем вентиляции и кондиционирования, это было где-то лет там, 8 назад, мы часто рассказывали заказчику, зачем нужно CFD-моделирование, что это такое, зачем нужно вот решать эти сложные там, системы дифференциальных уравнений, какие это дают преимущества по сравнению с использованием стандартных методов. То последнее время моделирование микроклимата стало достаточно таким привычным делом в проектной практике, что уже вот последние несколько лет, вот уже не помню, когда нужно было бы рассказывать заказчику, вот, приходил бы с вопросом, зачем это нужно, а мы бы рассказывали, зачем нужно его проводить. Более того, в последнее время стали возникать ситуации, когда заказчик говорит, а вот сделайте нам, пожалуйста, моделирование такого-то объекта, а мы говорим, а вам это зачем? Потому что у вас стандартное помещение со стандартной там, схемой воздухораспределения, никаких там экстремальных теплопритоков. И в этом случае методы традиционные расчета воздухораспределения дадут тот же результат, что и CFD-моделирование. А если тот же результат, то оно само крутится, да? Я не забыла, да. Нет. Вот, если дает тот же самый результат, то, собственно, зачем тратить дополнительные средства, время. Вот. И тогда пошел запрос тоже от заказчиков, а скажите нам тогда, пожалуйста, какими, собственно, там признаками должно обладать помещение, объект или схема воздухораспределения, когда нужно делать моделирование, а когда тогда не нужно. И вот, собственно, на этом как раз хотела бы остановиться в своем докладе. Начну, соответственно, с минусов CFD-моделирования. Ну, потому что если минусов бы не было, что бы было бы и вообще всегда не делать. Первый, очевидный, это удорожание проектных работ. Потому что моделирование достаточно трудоемкий процесс, нужно создавать трехмерную модель. Сейчас, конечно, в основном заказчики дают уже трехмерную из Revit или похожих программ модель, но ее все равно нужно перерабатывать,
переделывать под уже нужды, запросы создания мат-модели, потом строить расчетные сетки, запускать на расчет, граничные условия разрабатывать. В общем, такой достаточно трудоемкий процесс, который, соответственно, приводит к дополнительным затратам в проектном процессе. Следующее – это, соответственно, увеличение срока проектных работ. То есть как происходит процесс? Разрабатывается проект, появляется стадия П. И в этот момент проектировщик прекращает свою деятельность, и нам в качестве исходных данных передает свою стадию П. И мы начинаем опять же это все вносить в модель, работать. Проектировщик нервничает, у него сроки. Он говорит, ну там давайте быстрее, быстрее, уже мы хотим результат, но мы в это время работаем. То есть такая получается пауза в проекте, и заказчик должен иметь возможность эту паузу иметь. И бывают случаи, когда, в общем-то, и средства есть, а времени нету, чтобы потратить на анализ. CFD-моделирование, проверка проектировщика. Может сложиться, ну, ощущение, что если для проекта потребовалось привлечение CFD-моделирования, то, возможно, мы проверяем проектировщика, компетентность его решений, что может как бы быть ему не очень комфортно, допустим. На самом деле как раз моделирование оно привлекается тогда, когда стандартные методы они не работоспособны, то есть не выполняются условия их применения. И тогда как раз моделирование позволяет получить этот отличный от стандартных методов результат. Дополнительное согласование с заказчиком, но это тоже относится к срокам увеличения, то есть для проектировщика это какая-то дополнительная итерация, когда он помимо своей стадии П должен еще отослать отчет по моделированию, заказчик его посмотрел, тоже какие-то свои видения сказал, заставил, возможно, все переделать проектировщиков, то есть тоже такое дополнительное усложнение. Можно ли доверять результатам моделирования? Подходы, да, они точные, уравнения решаемые, апробированные, пользуются, соответственно, для CFD-моделирования там, проверенными, сертифицированными, апробированными там, международными и российскими комплексами. Но, с другой стороны, это все инструмент. То есть этому инструменту может пользоваться специалист, может пользоваться студент, и мы, например, в архитектурно-строительном университете Санкт-Петербурга преподаем дисциплину по обучению CFD-моделированию в пакетных программах вентиляции помещений. То есть, как и в любой области, есть инструмент, а есть, ну, квалификация специалиста. То есть здесь, в принципе, ничем не отличается от любой другой области. И, собственно, в левом столбце собраны те признаки помещений, когда моделирование имеет смысл применять, и когда результаты моделирования как раз дадут отличные данные от стандартных методов расчета воздухораспределения. Ну, вначале это, соответственно, большая площадь остекления, то есть большие нагрузки от солнечной радиации. В данном случае создание 3D-модели позволяет, во-первых, более точно учесть эти нагрузки с учетом кривизны фасадов, затенения, самозатенения, за счет того, что часть солнечного излучения отражается от поверхности там, стен, пола и выходит наружу. А за счет этого уточняется холодильная нагрузка, и в проект уже идет более точная цифра. Кроме того, при существенных нагрузках от солнечной радиации идет неравномерный нагрев помещения, и это тоже влияет на распространение приточных струй. То есть методы стандартных расчетов здесь могут давать не совсем точные результаты. Высота помещения. Если высота помещения там, более условно 8 метров, то тоже уже поведение струй не всегда может быть предсказуемым. То есть начинают действовать еще другие конвективные потоки, которые формируют циркуляцию в помещении, струи отклоняются. То есть большая высота – это признак того, что поведут себя струи не так, как, допустим, там программа подбора Халтона рассчитает, потому что много других факторов на это влияет. Помещения, которые большие по площади и много функциональных зон.
при проектировании, соответственно, они берутся как отдельные зоны проектирования, там все балансово прекрасно сходится. По факту может быть перетекание помещений, там запахов с фудкорта, допустим, в область офисов или других помещений, или там какое-то пространство в парфюмерии. То есть когда вот многофункционально открытое помещение, опять же, здесь существенно может быть отличие моделирования и от, соответственно, стандартных методов. Системы вытесняющей вентиляции сейчас тоже начинают применяться при проектировании. Методы расчета при проектировании, они еще не всегда до конца разработаны и правильно используются. Там есть достаточно тонкий момент, что нужно подать необходимый общий расход воздуха, достаточно большой, чтобы зону стратификации поднять выше уровня, ну, допустим, головы сидящего человека. То есть по балансам может быть все хорошо, но получится так, что у нас по пояс внизу прекрасное качество воздуха и прохладно, а выше пояса углекислый газ и температура 27 градусов. Вот. И чтобы этого не было, нужно как раз правильно подавать общий расход там, с учетом рециркуляции, но важен суммарный расход. И при моделировании это все учитывается и с учетом, соответственно, количества тепловых источников обслуживаемой зоны, которая на это влияет. Воздушное отопление не так часто используется, но когда используется, опять же, тонкий для проектирования момент. Теплый воздух не очень-то хочет достигать рабочей зоны, то есть либо может быть, наоборот, слишком большая скорость, если сильно дунуть, либо, наоборот, может развернуться раньше времени уйти. То есть такие неустойчивые решения, на которые, опять же, влияет все наше помещение и требует моделирования. Отдельным таким моментом стоят помещения, в которых очень узкие требования к параметрам микроклимата. То есть бывают ситуации, когда тоже говорим, ну, помещение, кабинет там, какой-то, и почему нужно применять моделирование, зачем тоже вы для этого хотите привлечь. А говорят, вот очень узкие требования к подвижности воздуха. Значит, владелец этого кабинета хочет, чтобы у него была подвижность не больше 0,15 метров в секунду. Это вообще на уровне, да, погрешности измерений. Ну, у нас СП, да, там можно 0,2, 0,3, плюс еще коэффициент там на входе в рабочую зону, и если проектировать по требованиям СП, для такого помещения моделирование совершенно было бы не нужно, все нормально и так рассчитывается. Но вот когда очень жесткие требования к микроклимату, то тоже в таких случаях такой запрос может быть и польза от моделирования. Ну, то есть вот в левом столбце, повторю, собраны вот эти основные признаки проверки помещения на то, будет смысл моделирования или не будет, или это будет просто, ну, лишние траты, лишнее усложнение проекта. Если как бы вот встречается, значит, это признак того, что результаты моделирования, они будут отличаться от того, что использовалось в проекте, да, в силу того, что физика более сложная. На следующих слайдах я уже покажу просто несколько примеров применения из последнего CFD-моделирования. Все эти объекты, они, соответственно, подпадали под левую столбец. Это штаб-квартира Яндекса, очень большая площадь остекления, сложное здание, и у него с там, 3 по 15 этаж это все такое единое офисное пространство, никаких разграничений, кабинетов, общий open space такой с атриумами, выходящими с этих же этажей. Вот сначала сделали моделирование как раз нагрузок от солнечной радиации для всего здания, для каждого месяца. Что было для нас здесь удивительно, мы очень совпали с проектной цифрой. Честно говоря, такого совпадения как раз обычно не бывает, потому что учитывается, да, вот форма здания и отражение, а тут с точностью до 7%, ну, сами удивились. Ну так, обычно, говорю, 20, даже бывает 30% отличия. Здесь вы видите вот поля температур в сечениях вдоль вот перила. Так, где здесь этот? Красненькое, этот самый указатель. Нет, не получается. Ну ладно. Вот это, да? Вот так, да. Вот здесь, значит, это атриум, куда выходит, соответственно, пространство из офисов. Здесь вот
Так. Вот, это конвектора, которые вдоль перилок. Вот здесь получился эффект, в общем-то, ожидаемый. То, что для верхних этажей у нас, получается, реализована была везде вытесняющая вентиляция в офисах, и воздух холодный вытекал за бордюрчики перила, а горячий воздух из атриума, наоборот, затекал. То есть это, да, отклонение от проектной концепции. То есть в проекте там как бы баланс, подаем снизу, сверху забираем, как бы изолировано, да, пространство. А по факту начинает офисное пространство взаимодействовать с атриумом. Баланс нарушается. И как корректировка в данном случае подняли высоту перил до 2 метров, и тем самым удалось предотвратить, ну, сохранение вот этой холодной условно подушки в офисном пространстве. Ну, плюс там еще были работы по оптимизации работы вытесняющей вентиляции. Достаточно интересный момент был получен для использования различных стеклопакетов. Сейчас появились на рынке стеклопакеты, у которых существенно отличается солнечный фактор и коэффициент пропускания солнечной энергии. Ну, то есть обычный проектировщик, да, он берет из каталога солнечный фактор, G-value или SF, и использует для расчета количества теплоты. Новое остекление, у них вот эта вот величина, то есть сколько пропускает напрямую стекло солнцем, она стала небольшая, а вся остальная теплота отдается за счет нагрева фасада, то есть вторичным уже излучением и конвекцией. Вот такие новые появились стеклопакеты на рынке, которые совершенно существенно меняют вообще распределение температуры и работу систем кондиционирования. Во-первых, мы тут для объекта, объект здесь не приведем, его пока не разрешили приводить, получили, да, если одно остекление использовать, то теплопритоки 240 кВт, а если другое, то 170 кВт, то есть разница в 30%. Это при одном и том же солнечном факторе. За счет чего? За счет того, что в одном случае у нас как раз выпускается солнечная энергия обратно через стеклопакет, а в данном случае у нас только 12% проходит, и, соответственно, 12% в этой части может уйти. И, соответственно, когда мы делаем модель CFD, соответствующие свойства задаем и можем сравнивать решения. Например, для вот этого стеклопакета, который такого нового типа, скажем так, за счет того, что напрямую проходит солнце мало, холодная система холодного пола работает неэффективно. То есть здесь вот при том, что солнце светило на пол, 60 Вт на метр квадратный. Да? Другой стеклопакет с тем же солнечным фактором давал нам здесь 90 Вт на метр квадратный. То есть вот в таких случаях тоже использование CFD-моделирования позволяет смоделировать, как будут функционировать системы, соответственно, охлаждения помещения. Ну и, в принципе, корректно рассчитать нагрузку на систему кондиционирования. Ну вот пример, последний объект, это уже штаб-квартира, соответственно, Сбербанка. Это там рядом две башни стоят, там около 200 метров, а это вот, которая пониже здания. Здесь интересно, что два типа фасада, где наружная нитка, соответственно, холодная, и наружная нитка теплая. То есть здесь, по сути дела, вентилируемый фасад, а здесь, наоборот, внутренняя нитка и является частью общего объема. То есть было тоже проведено моделирование, это вот где у нас вентилируемый фасад. Теплый период года, здесь особенность, что сверху стимолит. И основная задача еще моделирования была проверить, что воздушного потока, который формируется в вентилируемом фасаде, в теплый период года достаточно, чтобы не нагреть стимолит там до температуры выше 70 градусов. Ну, вот по расчетам считали для безветрия, для условий ветра, вдруг будет какое-то запирание потока. То есть все прошло, там температура не превышала 65 градусов. А для холодного периода года, это уже как раз с наружной ниткой теплого фасада, был расчет без конвекторов, при том, что в объеме атриума поддерживалась температура 20 градусов. Но вот в этом пространстве между фасадом и ниткой формировалась застойная зона с низкими скоростями, за счет чего, соответственно, понижались температуры. А влага, она из атриума приходила. И в этой области, соответственно, формировались зоны конденсации. Вот, подбирали конвектора, устанавливали так, чтобы эти зоны, соответственно, убрать.
Вот, то есть, резюмируя, моделирование применять дает действительно нужные для проектирования вещи, для тех объектов, для которых целесообразно его применять. Ну, а бездумно применять не надо, это только дополнительные будут вливания средств и времени. Спасибо большое. Вопросы есть к Дарье? Нет, вот люди, которые пришли к нам на сессию и фотографируют, все вот то, что здесь видите на экране, будут раздатки. Контактное лицо для тех, кто в Екатеринбурге, Валентина Пушкарева. А то, что как бы попозже, это будет на материалах сайта выложено. Спасибо вам большое. Следующий тоже по моделированию у нас докладчик Михаил Смолетов. Тоже тема достаточно серьезная, которая сейчас особенно актуальна, когда принято решение, ну, например, в Москве ограничение по высоте для рядовых домов сейчас 200 метров. Их пошел вал просто. Вот так вот живем. Михаил, вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники форума. Я хочу вам сегодня представить доклад, посвященный нашему опыту моделирования эффекта тяги, также известному как стек-эффект, в высотных зданиях. Ну, сегодня остановимся подробнее на именно жилых высотных зданиях, а начнем с того, что же в принципе такое этот эффект тяги. Надо понимать, первое, что эффект тяги – это физическое явление. Для того, чтобы возник эффект тяги, нам нужно всего два условия. Первое условие – это наличие сил притяжения. У нас на нашей планете эти силы есть, если все в порядке. А второе условие – это воздух должен обладать свойством менять свою плотность при изменении температуры. И так совпало, что наш воздух имеет такое свойство. Да, все знают, что когда нагревается воздух, его плотность уменьшается, он всплывает, стремится вверх подняться. А когда воздух охлаждается, его плотность увеличивается, он становится тяжелее и опускается вниз. Собственно, эти два условия являются необходимым для возникновения эффекта тяги. Эффект не новый. Благодаря этому эффекту успешно работают дымовые трубы и летают воздушные шары. То есть силы, создаваемые вот этим вот разностью плотностей холодного и теплого воздуха, они бывают настолько мощные, что заставляют огромную конструкцию в виде воздушного шара подниматься на достаточно большую высоту и за собой поднимать корзину с людьми. Тем более нельзя игнорировать наличие этого эффекта в жилых зданиях, ну и вообще в зданиях. Значит, если возвращаться к зданиям и к эффекту тяги, который у них возникает, у нас еще есть одно необходимое условие для того, чтобы этот эффект там возник и развился для достаточно больших значений. Это наличие вертикальных шахт. То есть это те вертикальные аналог трубы, которые пронизывают все здание у нас насквозь. И в этих именно шахтах возникает тяга, как в трубе. Что это за шахты в нашем здании? Это лифтовые шахты, это лестничные клетки, это шахты инженерных систем. То есть если есть протяженный вертикальный участок с теплым воздухом внутри, это, собственно, источник тяги в здании. Еще одна необходимая вещь, которую надо понять, это характеристика нашего эффекта тяги, называется уровень нейтрального давления. Уровень нейтрального давления отделяет ту часть здания, в которой воздух, то есть это нижняя часть здания зимой, когда воздух хочет затекать в здание под действием тяжелого уличного воздуха, он давит на оболочку, и чем ниже этаж, тем сильнее будет давление, тем сильнее воздух захочет затекать. Теплый воздух в здании поднимается вверх и пытается здание покинуть за счет тяги. Это часть здания, где действует обратный перепад давления из здания на улицу.
И вот эти две части отделяются друг от друга так называемым уровнем нейтрального давления. То есть на этом уровне перепадов давления нет. Уровень нейтрального давления зависит от герметичности оболочки здания. То есть если здание имеет одинаковую герметичность по всей высоте, то уровень нейтрального давления будет примерно посерединке находиться. Забегая вперед, это, как правило, оптимальное положение уровня нейтрального давления для жилых зданий, высотных жилых зданий. Ежели у нас происходит... Второй момент, который может повлиять на уровень нейтрального давления, это дисбалансы системы вентиляции. Если в здании у нас заложены дисбалансы или они возникают за счет действия того же эффекта тяги, то уровень может смещаться в ту или иную сторону, вверх или вниз. Рассмотрим, что же происходит, когда уровень нейтрального давления смещается вниз. Во-первых, причина этому — разгерметизация в нижней части здания, то есть, может быть, открыли входные двери, какую-то дырку там допустили при монтаже, что-то произошло такое, что привело к свободному доступу воздуха к нашим вертикальным шахтам, в которых у нас, собственно, тяга возникла. Казалось бы, внизу стало получше, да? Перепады давления исчезли. Однако это будет сопровождаться увеличением расхода инфильтрационного холодного воздуха. То есть большие расходы холодного воздуха будут рваться в вестибюле или в место, где у нас произошла регерметизация, и система отопления просто перестанут справляться со своей задачей. Возникнут сквозняки, шум, свист и прочие неприятности. Обратим внимание на верхнюю часть здания. Да, там перепады давления у нас заметно увеличились. Вот они были, и вот они стали какие. То есть эти перепады давления все могут возникнуть на ограждающих конструкциях, на путях от этой шахты, лифтовую, да, рассмотрим, к улице. То есть это дверь, межквартирный коридор из лифтового холла, это дверь в квартиру, и в лучшем случае это фасад. Обратная ситуация, когда у нас разгерметизация происходит в верхней части здания, такая же история, только перевернутая картинка. Проблемы с перепадами давления внизу, большие расходы вверху. Значит, если рассматривать вот этот эффект тяги, да, то на самом деле изначально, когда мы строили низенькие здания, он нам помогал. Благодаря этому эффекту у нас успешно работают системы естественной вентиляции. То есть через неплотности в ограждающих конструкциях у нас поступает наружный воздух, вентилируя квартиры. Всем хорошо, есть чем дышать, отопление как бы компенсирует теплопотери. Но с ростом высоты здания этот эффект усиливается, становится достаточно серьезное влияние от эффекта, который не только в шахтах вытяжных, но и также в лестничных клетках возникает, в лифтовых шахтах, и возникает куча проблем, которые свойственны высотным зданиям зимой. Да, мы зимний режим рассматриваем, потому что разница температур внутри помещения и на улице зимой максимальна в наших широтах. Какие проблемы? Это заклинивание дверей лифтов, лифт не может закрыться и уехать с этажа. Затрудненность открытия дверей распашных, и за счет того, что действует перепад давления, появляется усилие для того, чтобы открывать-закрывать двери. Шум, который возникает при проходе воздуха через неплотность в окружающих конструкциях. Системы вентиляции могут разбалансироваться, потому что появляется еще один источник перепада давления, кроме вентилятора, который повлияет на работу системы вентиляции. И возникновение сквозняков, нерасчетные расходы инфильтрационного воздуха, которые приведут к тому, что система отопления не сможет справиться со своей задачей. В принципе, мы такие вещи моделируем, и по модели можем определить различные места, где возникают проблемы, и подобрать мероприятия, которые позволят с этими проблемами бороться. Да? Опять же, хочу обратить внимание, что боремся мы не со стак-эффектом, потому что, чтобы бороться со стак-эффектом, нам нужно либо отменить гравитацию, либо зимой в здании держать минус, большой минус, или маленькую температуру, как на улице. А мы боремся именно с проблемами, вызванными стак-эффектом. То есть это большие расходы воздуха, сквозняки, перепады на дверях по давлению и так далее. И сложные места, да, нужно моделировать, чтобы все взаимосвязи предусмотреть. Но есть, скажем так, достаточно простые вещи, которые
очевидны, которые нужно всегда делать, и без всякого моделирования понятно, что здесь будет проблема, и делать сразу надо правильно. Поэтому я хочу остановиться на таких вещах, и давайте, да, рассмотрим их. Значит, первое, на чем хочу остановиться, это раздвижные двери вестибюля. То есть встречаются сейчас достаточно большое количество проектов, где вход в вестибюль организован через раздвижные двери. В чем проблема раздвижных дверей? Чтобы они работали, вокруг, собственно, створок должны быть щели технологические, чтобы двери двигались, ни за что не задевали. То есть эти двери не герметичны. Через эти щели проникает большое количество инфильтрационного воздуха холодного, что вызывает шум, свист, перепады давления на лифтовых шахтах, на дверях лифтов, и уровень нейтрального давления стремится вниз. Раздвижные двери в высотных домах – это не очень хорошее решение, я бы сказал, плохое, и правильно делать две герметичные распашные двери, которые не будут открываться в зимний период одновременно. Дополнительным тут может быть еще третья дверь перед лифтовыми холлами, и тогда у нас снижена вероятность того, что все двери откроются одновременно и разгерметизируются здания в нижней части. И, кроме того, нагрузка при открывании каждой из этих дверей будет тоже меньше. Следующая – револьверная дверь. Это тоже хорошее решение, оно решает ряд проблем, но применять его нужно осторожно. То есть тут, как правило, требуется дополнительные мероприятия, чтобы это решение работало хорошо. То есть это неплохое решение, но револьверная дверь тоже имеет достаточно хорошую, точнее, достаточно плохую герметичность из-за того, что у нее технологические щели по периметру. Да, они прикрыты щетками, в лучшем случае еще и резиночками, но негерметичность все-таки достаточная, чтобы создать проблемы. Поэтому тут надо дополнительные мероприятия, мы такие вещи обычно моделируем. Спускаемся на паркинг. Вообще говоря, у нас есть нормы, которые регламентируют организацию тамбура при входе в лифтовой холл из паркинга. Однако у нас большое количество проектов приходит, в которых этих тамбуров нету. Объем паркинга соединен с улицей воротами. Эти ворота въездные, да, они часто не герметичные, иногда они просто открыты. В любом случае они не завязаны никак на работу дверей лифтового холла. И дверь лифтового холла может прекрасно открыться в тот момент, когда открыты ворота. Кто-то заезжает или выезжает из паркинга. Это, собственно, не что иное, как разгерметизация. То есть получается, вправо посмотреть на эпюрку, у нас линия нейтрального давления опускается вниз, а здание разгерметизируется, большие перепады наверху, шум, свист, заклинивание дверей лифтов. Опять же, нужно делать тамбур перед лифтовыми холлами в высотных зданиях на паркинге. Теперь поднимемся на самый верх. У нас тут эксплуатируемая кровля. То есть жилец может подняться на эту площадочку и полюбоваться на красивый вид, открывающийся на город с высоты птичьего полета. Что мы тут видим? Опять лифтовой холл с одной дверью на улицу. Так делать нельзя, нужно делать обязательно тамбур. Причем в холодное время двери тамбура не должны открываться одновременно. Одним из решений, которые можно тут предусмотреть, это увеличить расстояние между дверьми лифтового холла и второй дверью на улицу, чтобы пока человек идет от одной двери к другой, первая успела закрыться. Но идеальным случаем это автоматика, которая не позволяет открыться следующей двери при открытой первой двери. Лестничные клетки, мы сейчас туда забыли про них чуть-чуть, сейчас вспомним, почему лестничные клетки вызывают меньше проблем в принципе, и мы сейчас про лифтовые холлы и лифтовые шахты в основном говорим. Лифтом в высотном здании пользуются постоянно, по лестницам мало кто ходит, и вообще они там нужны для эвакуации, поэтому на лестничных клетках возникает гораздо меньше проблем. Притом лестничная клетка отделена от этажей, как правило, тамбур-шлюзом, то есть там уже есть две двери. И единственное место, где надо предусмотреть тамбуры и где их обычно не предусматривают, это выход на кровлю и выход на первом этаже на улицу. В этих местах тоже нужны тамбуры. А лифтовые шахты, они вот это та самая труба, где возникает эффект тяги, поэтому
их нужно защищать не только в тех местах, где люди ходят, но и там, где есть инженерные системы. А инженерные системы у нас могут полностью разгерметизировать эту лифтовую шахту в верхней части. Часто делают вентиляцию машинных помещений через естественную приточную решетку. Стоит вытяжной вентилятор, приточная решетка, и все. Как бы мы охлаждаем двигатели, которые кабины двигают вверх-вниз. Что происходит зимой? Эта решеточка приточная у нас становится дыркой в лифтовой шахте. То есть у нас лифтовые шахты соединены с машинным помещением, отверстиями технологическими, через которые тросы проходят лифтовых кабин. А в машинном помещении у нас дырка на улицу. Соответственно, весь воздух, который поступает в лифтовую шахту, беспрепятственно может выйти на верхнем этаже через вот это вот отверстие естественной вентиляции. В итоге линия нейтрального давления у нас поднимается на самый верх, внизу большие перепады давления, заклинивание дверей лифтов и все проблемы, которые мы описывали раньше. Также в лифтовых шахтах у нас есть система противодымной вентиляции, которые могут иметь неплотности. То есть нужно всегда вот эти места предусматривать и дырок не допускать в лифтовых шахтах. Лифтовая шахта вверху должна быть герметична. Если есть система охлаждения машинного помещения, она должна поддерживать либо баланс, либо это сплит-система, которая на рециркуляцию работает и не соединяет наше машинное помещение с улицей. Фасады – это очень полезная штука в здании. Более того, зимой мало желающих открывать окна и вообще пользоваться фасадами. Поэтому очень хорошим решением, эффективным и с точки зрения эффекта тяги, и вообще, это собрать весь перепад давления, который у нас вызван эффектом тяги, именно на фасадах. Тогда у нас внутренние двери оказываются без перепадов давления, ими легко пользоваться, и жильцы могут зайти в свою квартиру, не испытывая каких-то затруднений. Но опять же, возвращаемся к маленьким домам, когда у нас делали естественную вентиляцию. Естественную вентиляцию у нас продолжают делать и в высоких домах. То есть взяли наши фасады и продырявили приточными клапанами, различными кивами, микрощелевым проветриванием. Что привело к тому, что перепад давления на фасаде собрать мы не можем. Там его просто не может собраться из-за того, что это не герметичная конструкция. Как следствие, у нас на верхних и нижних жилых этажах проблемы на внутренних дверях. Как правильно делать в высотных зданиях? Делать механические приточные системы. Причем механические приточные системы должны быть способны поддерживать перепад давления на приточном канале такой же, какой у нас собирается на фасаде. Тут уже небольшие тонкости, не буду вдаваться в подробности. Переходим к непосредственно жилому этажу. Это у нас второй этаж, самый нижний жилой этаж. Какие здесь бывают у нас проблемы? Тут на самом деле, как мы выше выяснили, фасад продырявили приточными клапанами. А заботливый дизайнер решил, что из лифтового холла будет классно, когда житель сможет дойти до квартиры без препятствий. И убрал дверь лифтового холла. То есть лифтовой холл объединен с межквартирным коридором. Ну и жилец этого здания, он действительно поднимается на свой второй этаж на лифте и беспрепятственно доходит до своей квартиры. А на двери квартиры у него собралось 170 паскалей туда, если не ошибаюсь, на картинке. То есть, чтобы понимать, да, если дверь квартиры у нас примерно 2 метра квадратных, и на нее действует перепад 170 паскалей, то в данном случае открыть такую дверь будет равноценно, как преодолеть усилие при поднятии 17 килограмм. То есть, представили себе гирю 17 килограмм, вот ее надо поднять. То же самое нужно сделать человеку, чтобы зайти в свою квартиру. В высотном здании. Крутое здание. Ну вот это 140-150 метров при минимальной температуре на улице минус 26. Это порядка 30-35 этажей. То есть что здесь произошло? У нас лифтовая шахта, ну лифтовые двери тоже технологические отверстия, щели имеют по периметру, и они в принципе не герметичные.
Фасад мы продырявили. Единственная преграда, которая отделяет нашу лифтовую шахту, единственная герметичная преграда, это двери квартиры. На ней весь перепад давления, который у нас вызван стак-эффектом, эффектом тяги, он там и соберется. Чтобы этого не было, его нужно собирать, вот как на правой картинке, его нужно распределять между преградами. То есть дверь лифтового холла в высотных зданиях практически всегда необходима. Второе, что влияет на распределение перепадов давления. Допустим, да, мы все, ну, фасад, ладно, продырявили, бог с ним, но подобрали по герметичности двери так, чтобы у нас перепад давления распределялся равномерно между дверью квартир и дверью лифтовых холлов и лестничных клеток. Они тоже будут влиять. Но в местах общего пользования у нас в таких зданиях часто, да, практически всегда предусмотрена вентиляция. Вентиляция может разбалансироваться. То есть она, в принципе, может быть заложена с дисбалансами. Там подаем в межквартирный коридор, забираем в МОПе или в лифтовом холле. Ну, все что угодно можно придумать проектировщик. Дисбалансы, они не помогают нам распределять перепады давления, если они заложены неправильно, скажем так. Без... без специального, как бы... без мысли помочь поддержать перепады давления в нужных местах. Вот. Плюс к тому, система может быть разбалансирована наличием самого эффекта тяги. То есть он вызывает перепады давления, вентиляторы начинают на другие расходы работать, между этажами все разбалансируется, и опять же перепады давления между дверей равномерно распределить не получается. То есть здесь нужно при проектировании этой системы заранее думать о том, что у нас будут перепады, будет такая ситуация, и обеспечивать решения, которые позволят держать баланс. И последняя вещь, на которой хотелось бы остановиться, это система противодымной вентиляции. Система противодымной вентиляции – это такие воздуховоды, которые соединяют все наши помещения в местах общего пользования с улицей. И единственной преградой, ну какие, это лестничные клетки, там есть, если она N3, система вентиляции противодымной. Там буршлюзы лестничной клетки, там есть межквартирные коридоры, дымоудаление, компенсация дымоудаления. Лифтовые шахты для перевозки пожарных подразделений, есть вентиляция. Лифтовые холлы, часто они же ПБЗ, там тоже вентиляция есть. То есть все вот эти места общего пользования, они системами вентиляции объединены с улицы. Единственной преградой является в этих системах это клапан противопожарный, который устанавливается, и он нормально закрыт. Но наши нормы говорят, что этот клапан можно делать негерметичным. То есть по нормам герметичность этого клапана настолько низка, что воздух достаточно свободно через него проходит, гуляет между этажами, между улицей и помещениями. Получается, мы, защищая людей от случая, если возникнет пожар, дырявим это здание во всех местах, где только можно. Что здесь нужно делать? Нужно устанавливать герметичные противопожарные клапана, через которые воздух беспрепятственно проходить не будет. А это, на самом деле, как оказалось, большая проблема, потому что производители говорят, а вот у нас в нормах написано вот такие вот негерметичные, мы их и делаем, все как бы по ГОСТу. Проектировщику выбора нету, особенно в последнее время выбор уменьшился, ему приходится ставить то, что делает производитель. В итоге все это дело монтируется, и потом проблемы, и шум-свист, и все вот это. Но на самом деле, если хорошо поискать, то такие клапаны можно найти. Опять же, нужно давить на производителей, говорить, что нам такие нужны. И в итоге я верю, что это приведет к изменению у производителя, и наши высотные здания заживут более комфортно, чем на сегодняшний день это получается делать. В заключение хочу сказать, что ну, все, что мы сейчас рассмотрели, да, это вот те места, которые без моделирования понятно, что надо делать сразу правильно. И сформируем два основных принципа при проектировании, которых нужно придерживаться. Если у нас есть в высотном здании вертикальная шахта, которая является трубой, в которой возникает тяга, она должна быть отделена от улицы как минимум двумя герметичными преградами, которые не открываются одновременно в зимнее время. Особенно это касается верхних и нижних этажей, где у нас максимальные перепады давления. И второй момент – это
при проектировании, при строительстве нужно обеспечивать герметичность конструкции и элементов системы вентиляции, чтобы не допускать беспрепятственного доступа воздуха с улицы в наши помещения, которые должны быть комфортными в наших больших, высоких, крутых, элитных домах. Спасибо за внимание. К Михаилу есть вопросы? Достаточно интересный эффект. Нет? Ну, тогда тоже пару там комментариев скажу. Вот про клапана противопожарные. Если вы здесь проектировщики, не постесняйтесь написать сопротивление воздухопроницаемой в спецификацию оборудования. И чем вы это быстрее научитесь делать, тем лучше для вас. То, что... Михаил, да, можно... Это я просто комментировать зал вам, чтобы не стоять. Спасибо. Эта тема достаточно серьезная, потому что то, что Михаил сказал, вот у нас в нормах там клапана имеют... У нас в нормах. У нас в нормах, которые относятся к Минстрою, таких норм нет. Есть такие нормы в МЧС. И то не в нормах, а написано так между делом. 2400 сопротивления. Это ни о чем. Это то, что сказал Михаил, дырявый клапан. Никогда система не будет налажена. И все об этом знают. Мало того, что она из-за этого клапана не налажена, она не налажится из дисбаланса. Но это мы с вами можем говорить бесконечно. И последний случай, вот, очень как бы удачно совпал, я тоже об этом буду потом говорить, после второй половины нашего семинара, мы так и сделали. Мы написали клапан противопожарного сопротивления 20 тысяч. Кончилось тем, что клапана приехали, ну, гранд-тендер, деньги там, да, стоимость. Заказчика предупредили, приехали клапаны с сопротивлением там меньше там 3000. Он к нам, ну, померили их просто настройки, что делать? Мы говорим, ничего хотите, то и делайте. Хотите, ставьте, хотите, нет, мы вас предупредили. А кончилось тем, что производитель забрал клапана и улыбнулись ему его деньги просто, сделал лишнюю работу. То есть какие-то вещи, вот о чем рассказывал Михаил, да полно их, вот раздвижные двери. Наш объект тоже, жалобы идут, двери, свист, лифты не уезжают, свист, самое главное, свист в лифтах. Здание вроде небольшое, 150 метров, ну так, по меркам Москвы. Мало того, что он как бы был предупрежден, что нельзя так делать, он еще сделал двери высотой там 3,40. Зачем они, кому не нужны? Еще сделал так, что эти двери просто камерой снабдил, они смотрят, человек приближается, еще только к дверям, они уже все распахнулись, здравствуй лифт, здравствуй там двери и все остальное. То есть надо этим внимание очень сильно уделять. Особенно это, ну, влияет действительно на высотные здания. И вот сейчас эта уважаемая фирма делает проект, его обсчитала, и, ну, там просто нереальные числа, и понимаешь, что ты их просто не сдвинешь. Да, там Михаил, как я не знаю, посчитал 170 паскаль, умножил на 2, получил гирю 17 килограмм. На самом деле это, наверное, в 2 раза больше, там 34 килограмма получается. Надо усилия приложить. И мы там сделали такой стенд сейчас на заводе у Ардина, фирма. Смоделировали там бушлюз, посмотрели, как он работает, там есть. Но на нем можно еще потренироваться, кто откроет дверь, на каком перепаде давления. И очень я сейчас уже выкладывают ролики, и детей пускаем туда, они... Что там, игра такая, открыл, не открыл. И очень интересная действительно игра, но вот ваш ведущий, да, он что-то съел, наверное, с утра, и открыл дверь на 400 паскаль, хотя молодые вообще не открывали там на 300 и на 10. Но это все зависит от того, в каких-то ботинках, в каком-то настроении. Но это так, шутка, да? Но, тем не менее, проблема вот этого моделирования, еще раз повторю, что моделирование, результаты сейчас принимаются в качестве доказательной базы. И чем дальше это будет идти с высотным строительством, тем больше у нас будет таких проблем. Теперь по программе у нас такой перерыв небольшой. И после программы вас ждем на продолжение, где будут уже вопросы, посвященные таким техническим моментам, в том числе... А что получилось по факту? По факту, в том числе в вашем городе. Любимым мы это отслеживаем. Причем очень интересно отслеживать, потому что сегодня юбилей, у нас 10 лет форуму.
И я так перед поездкой, Володя смеется, да, посмотрел, а что я докладывал в 2014 году. И там я докладывал как раз по поквартирной вентиляции и по рекуперации тепла в жилых зданиях с приточно-вытяжной, с рекуперацией. Не прошло и 10 лет, как это реализовалось в городе Екатеринбурге, но я так смеюсь, конечно. Но, тем не менее, эффект значительный, и то, что будет сегодня вам доложено как бы по результатам того, что получилось в вашем городе, это достойно уважения всяческого. И слава богу, что у вас есть такие, как бы, ну, он, наверное, не инвестор, просто хозяин, да? Ну, тогда даже организацию не будем говорить. Просто есть хозяин, который строит хорошо, и дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Ну, а сейчас перерыв, ждем вас после перерыва небольшого. Перерыв у нас до 12 часов, возобновим нашу работу. Здоровья. Запиши. Да, да.